И вновь поработали коллекторы. Очередной акт вандализма был совершен в минувшие выходные в подъезде дома номер 23 по улице Тархова. В парадную неизвестные проникли ночью, где краской исписали стены и двери жителей с 1 по 7 этаж нецензурными картинками и надписями с требованием вернуть долги. Одним художественным творчеством коллекторы не ограничились и подожгли в подъезде провода телекоммуникаций, тем самым оставив жителей без интернета и телевидения. У нас вся дверь железная, мы только недавно вставили, вся исписана, но не буду говорить нецензурной бранью. Смотрим, у соседей напротив все оттирают, все, ну вот мы свою отраили. С квартиры 27 все было исписано, и нецензурная брань, именно квартира 27, и брань, вот. Ну вот сейчас смотрю, на нашей стороне квартиру 27 замазали, а слово осталось. Это уже не первый визит коллекторов в этот подъезд. Жители говорят, недели ранее неизвестные уже навещали их, но тогда ограничились исписанными стенами лишь на первом этаже. Отмечу, что это не единственное подобное происшествие в минувшие выходные. Аналогично от рук коллекторов пострадали жители дома в Заводском районе. Стены и двери в подъезде по улице Азина, 29А, также были испорчены надписями, содержащими нецензурные выражения, и картинками с требованиями вернуть долг.